Однажды утром, готовя завтрак, я себе под нос насвистывал какую-то мелодию, и ко мне обратилась моя младшая трехлетняя дочь. «Папа, научи меня также фюкать!» Я тогда подумал, блин, куда же это записать, чтобы не забыть? И ведь такие моменты случаются постоянно, и, к сожалению, очень быстро забываются. Поэтому я и придумал снимать фильмы про малышей. Как происходит создание фильма? Сначала мы с вами обговариваем, в каком настроении будет фильм и на каких моментах хотелось бы сделать акцент. Далее я присылаю вам чек-лист, что снять самостоятельно, и простую видеоинструкцию, как снимать ребенка, чтобы потом использовать это в фильме. После мы назначаем съемочный день, записываем интервью и проводим съемку по заранее обговоренному плану. Я беру у вас отснятые вами видео и из всего этого собираю фильм про вашего малыша. Кстати, свою младшую я научил фюкать. Посвистишь мне тут? Офигенно вообще.